Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский, глава 8. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил дочь до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим прихотям ее, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог добиться он ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом они будут приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко приезжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищество мужчин, а не присутствие дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме совершенной поварихи, не мог руководствовать ее в выборе книг. И Маша естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание.